Всем добрый день, дорогие друзья. Недавно я решил завести YouTube канал, так как за время своей работы QA накопил некоторый опыт в тестировании и тестировании мобильных устройств в частности. И сегодня на первом уроке я с радостью хотел бы поделиться своими знаниями. Сегодня у нас первый урок, и на нем мы установим такую программу, как Xcode. Сбилдим проект с GitHub в этой программе. Попробуем запустить iOS-симуляторы. Плюс в данном уроке я покажу свои наработки, а именно табличку с девайсами, составленную в зависимости от размеров экранов, поддерживаемых версий операционок. Покажу, какую технику тест-дизайна я использую для тестирования на iOS-симуляторах. И, конечно же, попробую продемонстрировать баги, с которыми мы можем столкнуться при тестировании. Думаю, наш урок должен получиться достаточно интересный и полезный. Моя основная задача, чтобы после просмотра ролика вы смогли сами сделать шаг за шагом все, что я покажу, и поняли основные принципы работы с iOS-симуляторами, так как именно работа с симуляторами дает тестировщику возможность расширить зону покрытия тестами ввиду отсутствия оригинальных устройств. Сразу необходимо отметить, что симуляторы не являются стопроцентной заменой оригинальных девайсов. И если у вас есть возможность тестировать на оригиналах, это будет всегда предпочтительнее. Так как в своей практике я от коллег по тестированию слышал кейсы, когда баг был воспроизводился на оригинальном iOS-устройстве, но на iOS-симуляторе он не воспроизводился. Итак, дорогие друзья, для дальнейшей работы нам понадобится наша IDE, в нашем случае для iPhone'ов это Xcode, нативное приложение для macOS, то есть на Windows запустить его не получится. Xcode это аналог Android Studio для работы с Android'ом. Я предлагаю два способа, как мы можем скачать данную программу. Первый способ – это через App Store. Заходим в App Store, переходим во вкладку Search и вводим Xcode. Как вы видите, первый предлагаемый продукт в App Store – Xcode. Это то, что нам нужно. Xcode Developer Tools. Нажимаем Download и скачиваем данную программу. Второй способ. Заходим на сайт Xcode Release и скачиваем Xcode оттуда. Преимуществом данного способа является то, что скорость скачивания будет быстрее, а весит Xcode более 10 гигабайт. И здесь мы можем скачать более старые версии Xcode, а также бета-версии, плюс посмотреть совместимость версий Xcode с версиями iOS, нашими айфонами, а также часами и даже телевизорами. Целая табличка. Скачиваем Xcode отсюда, нажав кнопочку Download. Итак, Xcode скачали, установили. Никаких особенностей установки абсолютно нет. Приложение нативное и очень хорошо адаптировано под macOS. Вторым нашим шагом будет посещение сайта GitHub, где мы сможем бесплатно повзаимствовать приложение с открытым доступом, для того, чтобы запустить приложение в Xcode и попробовать запустить его на симуляторах. Итак, мы перешли на GitHub, и я предлагаю скачать какое-либо приложение. Пусть в нашем случае это будет To-Do List. Выбираем язык разработки Swift. И выбираем любой понравившийся нам репозиторий, с которого мы будем скачивать приложение. Нажимаем кнопку Code, Download Zip и скачиваем наше приложение.
этом этапе нам нужно определиться с требованиями, исходя из которых мы будем выбирать, на каких же устройствах нам нужно провести наши тесты. К примеру, наше приложение должно запускаться на всех устройствах, поддерживающих 13-ю версию оси и выше, а таких устройств будет около 25, и к тому же большинство из этих устройств будет поддерживать 13, 14 и 15 ось. Следовательно, умножаем 25 наших устройств на 3 и получаем плюс-минус 75 тест-кейсов, которые нам нужно будет протестировать. И чтобы нам не тестировать это огромное количество тест-кейсов, в нашем видеоуроке мы применим такие техники тест-дизайна, как классы эквивалентности и граничные значения. Просто исходя из того, что у меня уже подготовлена заготовка, табличка, которой я пользуюсь и которой я с вами поделюсь и покажу, как ей пользоваться. Но отмечу, что техника Pairways также для тестирования на симуляторах отлично подойдет. В данной таблице представлены девайсы с размерами экранов. Для чего это сделано? Для того, чтобы сократить наше время на тестирование, потому что у многих девайсов, как вы видите, совпадают размеры экранов. И есть смысл сгруппировать девайсы по данному признаку, так называемые классы эквивалентности. На данной табличке видно, что каждый класс включает в себя девайсы с одинаковым разрешением экранов и выделены одним цветом. К примеру, мы видим, что у iPhone 6s 7, iPhone 8 и iPhone SE второго поколения разрешение экрана 1134x750 пикселей, и она одинаковая для всех четырех устройств. Следовательно, это класс эквивалентности по признаку разрешения экрана, и будет логично не тестировать каждое устройство из этого класса в отдельности, а взять лишь одно. Если посчитать классы эквивалентности, основываясь на данных этой таблички, то всего их можем насчитать 9. Это значит, что из каждого класса нам нужно взять по одному девайсу для составления комбинации тестирования. Предлагаю воспользоваться сайтом pairways-games.com. Нам необходимо заполнить табличку, исходя из которой мы получим наши тест-кейсы. В первом столбце я предлагаю заполнить нашу ОС по требованиям, это 13, 14 и 15 ось. Вторым столбцом я предлагаю указать девайс и по одному устройству из каждого класса эквивалентности. Но у нас тут, как вы видите, всего 6 девайсов. То есть мы покрыли 6 классов эквивалентности. А нам нужно покрыть все 9 классов. Возвращаемся к нашей табличке. Итак, нам немного повезло, потому как 12 и 13 iPhone имеют всего 3 класса эквивалентности по экранам. Мы можем выделить всего 3 класса. А это значит, что нам нужно будет протестировать, мы можем протестировать, к примеру, на 14 оси 12 iPhone, 12 Pro и 12 mini. А на 15 оси взять и протестировать 13 Pro и, к примеру, 13 mini. Это выйдет у нас еще плюс 6 кейсов. То есть мы имеем 18 кейсов. И если мы хотим максимально охватить нашу зону тестирования, то это будет еще плюс 6 кейсов. Выйдет 24 кейса. И давайте приступим. После того, как мы скачали наш проект, запускаем его. Давайте возьмем для начала iPhone SE, установим приложение на него и возьмем какой-нибудь из новых айфонов. Итак, iPhone SE первой генерации. Давайте оставим его на 13-й оси
и создадим еще один такой же iPhone SE на 15 оси. Добавим iPhone SE на 15 оси таким же образом через плюс первого поколения. iPhone SE. И подпишем, что iOS 15. Давайте добавим какой-нибудь из последних айфонов, просто ради примера, чтобы понимать, какие баги у нас могут встречаться. Давайте возьмем Pro Max, 13 Pro Max. Пусть остается на 15 оси, а у нас вариантов в принципе и нет. Он запускается только на 15 оси. Подписываем его. На всякий случай подпишем, что 15.0. Добавляем. Итак, наши симуляторы добавились к нам в табу. И давайте попробуем запустить проект. Запустим проект на SE первого поколения 13 оси. Запустим наш проект на iPhone SE 15 оси. И запустим еще один проект на 13 Pro Max 15 оси. Итак, сейчас мы увидим, что наши симуляторы начали загружаться. Итак, появился iPhone SE первого поколения на 13 оси, на 15 оси и iPhone 13 на 15 оси. Три девайса у нас. Запуск не такой быстрый, так как генерируется сразу три проекта. Подождем. Так, тут мы видим уже наш тудулист подгрузился, все хорошо с ним. Итак, мы видим, на втором девайсе у нас тоже уже сбилдился проект. Почему же это симуляторы? Симуляторы, потому что в них мы никак не можем настроить железо. Xcode не позволяет настраивать на своих устройствах железо, в отличие от Android Studio, где мы можем подкорректировать наши параметры оперативной памяти, нашей батареи. Мы можем скорректировать нашу сеть и другие функциональности железа. Поэтому в Xcode у нас симуляторы, на Android Studio у нас эмуляторы. Итак, у нас установлено приложение ToDoList и попробуем запустить его. Запускаем на iPhone 13 Pro, запускаем на iPhone SE и запускаем на iPhone SE 13 оси. Итак, сразу видим, что на iPhone 13 оси приложение крашнулось. И это проблема, потому как по нашим требованиям приложение должно запускаться на 13 оси, а оно не запускается. Открываем наш New Task и выделяем какой-нибудь toggle. И сразу же бросается в глаза, что тогл на 15 оси выделяется кружочком, а на 14 оси SE первого поколения, видимо, из-за размера экрана, кружочек у нас неполный. Ну и на самом деле это достаточно типичный пример того, какого рода баги мы можем встретить при тестировании на разных симуляторах с разными размерами экранов и на разных осях. Из трех симуляторов на первом приложении наше крашнулось при ланче. На втором и третьем симуляторе мы видим небольшие отличия по ободочку вокруг тоглов. Подводя итог нашего небольшого урока, можно сделать вывод, что проводя тестирование на симуляторах, мы можем протестировать, корректно ли устройство работает при запуске на разных осях.
верстку приложения, как приложение срабатывает на какие-то жесты, скроллы, свайпы, лонгтапы, какие-то элементы, которые, возможно, отвалились или сместились, и, в принципе, работу нашего приложения в целом. Ну, а вам большое спасибо за просмотр. Это мое первое видео на канале, и я буду признателен, если вы поддержите меня лайком и подпишетесь, что будет для меня отличной мотивацией для создания новых роликов о мобильном тестировании на канале. Всем спасибо!